Действие. 4:30 утра. Завтрак в пути. Первая экскурсия катания слона. Боже мой, вон он идет, красавец. Это создатели промышленности. То обычно слоны имеют очень богатый лут. Почему? Потому что 50-60 тысяч долларов стоит одного слона. И обычно никакого пользы. Вот здесь это очень редко где-то катают. Остальные слоны держат, как у вас лошади. Для престижа. Богатый человек. Сними меня, Саш. Я тебя сфотографирую, я тебя снимаю на видео. Не надо, ты мне жопу снимаешь. Ну, а хорошо, как я тебя? Потом вперед. Потом вперед. О. Давай ты, фото. А там... Видео. Видео. Hello, Mata Rada. Самое главное. А это говно слона. Не приближаться к слонам. Остановка возле буддуйского монастыря. Дорога к храму. Старый новый монет. Это не дорого. Футбок из Шри-Ланка. У меня есть. Это большой. Давай, Excel. У меня есть. Есть, купил? Я уж купил. Монеты не купил. Местные монахи. Это не цветы едят, да? Там внутри вкусное у них. Здравствуй. Саш, сказали близко не подходить. А она схватит, ты ускачет на дерево. Будешь без шестого этого. Ну, подарю макаке. Дорога диков. Вот ты видишь, у нее вон покусанное ведро. Ну я что, их трогаю, что ли, или что? Ну надо купить.
Do you speak English? Что, Саша? Маленькая макака с макакой. Обычные фотографии, наверное, из Сибири, буддийских храмов, вот таком позе, вот таком позе. Я в своей жизни видел только два статуи, но особые статьи не имеющие. Это поза называется «Кому поможет». Но «Кому поможет» сразу нашим головам приводит то, как осознавать. Для этого нужна очень большая ума и страх. Кстати, это все И здесь этот дракон и так далее, конечно,
Намасте. А, тут какая-то музыка. Нет. И здесь это предпоследнее. Вчера. Что это пищи? Это 7 час. Ага. Здесь это ступа. Чтобы ступа, я вам рассказывал. Не, ну на улице плюс 40 градусов. Ну что, это ж камень. Вот здесь, ой, это самые старые мертвецы, которые стирали в 19 веке. Но зато здесь самые большие рассуждения, чем первый век до нашей эры, с этими можно сказать. И старинный материал был более устойчивый, чем современный. А тут тоже лежачий Будда, да? Он везде. Не, езди, сидит. Ну, в три позы человека лежит, сидит и стоит. Но. Вот так его и делали. Это же Будды, их много Будд, а это какой-то конкретный. Почему? Ну, конкретный индийский получается. Да. Лестница. Ой, ёпки. Будда остался позади. Вот и закончился. Остановка нашей прекрасной экскурсии – город Синигирия. Самая красивая, как неправильно? Сигирия – самое красивое место на Цейлоне, земля королей. Билетная касса по 4000, сколько по 4160, да? По 4260 рупий на рыло. Так, пойдем посмотрим карту. По-русски ни хера не написано. Огромный парк. Лотосы. Лотосы и лилии. Какие цветы. Озеро обезьян. 8520. Нет, да, 8520. Рита покупает билет. Вот он, счастливый билет за 30 американских долларов. Подержи, посмотри, сколько у нас денег осталось. А ты считала? Счастливый вход. Нельзя летать. Но.
Yeah, it's behind another one. Yeah, and then two here. Нам надо будет подняться аж туда. Новое дерево. Самое твердое черное древесина. Начало 1100 ступенек. Я не дойду. А я не пойду. Витуська, хватит это сад. Дорога есть, дойдем к вечеру. Я не понимаю, а что ты вот пойдешь? Если не пойдешь, ты хоти послушать и отдохну. Да. Ты себя чувствуешь, Рита Анатольевна? Хорошо, Александр. Забыла, как тебя по отчеству нажила, Сергеевич. Поднимешься так далеко, спасибо себе. Спасибо себе, не забыл. Тин-тин-тин-тин. Тин-тин-тин-тин. Бесплатно бросить 5 килограммов. Ноги валят. Всего за $30. Самая малость. Значит, нужно смотреть, как сердце, как давление, как что это. Следующий путь восхождения. Еще 400 ступенек. Вот она цель нашего путешествия после обеда плотного. Что я не вижу эту лестницу. Надо еще раз подняться. Саша, иди сюда. Начинаем подъем по лестнице. Ой-ё. Пока батарейка не сядет. Идем, пока не сядет батарейка. Есть аккумулятор. Ёптись. Это что, еще древняя лестница такая или что? Во! Какая хрень! О, озеро. Одежды. Ой. О. Вот он конец. О. 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 А куда идти? Стой. Тут нельзя фотографировать. No video. Нельзя? No video. Okay. О. Пока не села батарейка. Это ужас. Не каждый орел долетит до середины Днепра. Пока не села батарейка. Блять, а как страшно. Пока не села батарейка. Блин.
Это чудо. Это чудо. О. Пока. Пока-ка-ка. Ка-ка-ка. Так, а потом нам идти вон туда. Я думал, стоит было подняться и посмотреть на женщину с тремя сосками и с тремя руками. А мы не видели. О, блин, а что вы сюда перлись-то? Идем. Идите еще раз, поднимитесь сразу направо и сбоку. Рома, ты сюда? Да. Вот в стене древние делали как настенные рисунки. Граффити, граффити. Я же говорю, наша на граффити нынешняя. Около 2000 сил. Я уже вижу, четко на немецком написано. Хайдинер Менш. И почерк такой явно не стоит. Би что-то. Индепендент. Я же говорю, хвостика нету. Граффити, 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 граффити. Поняли, девушка какая-то на стене написала кому-то в любви признание, и ей дали тюрьмы. Потом президент помиловал. 2 года тюрьмы, да? Я вам рассказываю, если можно задать. Представляешь, какая реклама? Продолжался 2 час. Достопримечательности. Тетя спорила там уже. Я поэтому с вами не пошла. А если снять тапок? Комар укусил, да? Шпилантийская поросль. Ох, нифига себе, сколько их. Обратного пути. Саш, ну мы вместе идем или нет? Так я же иду, снимаю, ну как, Рита. Ну здрасте, а шо ж. Я потом кино буду делать вечером. Потом Оскар выиграю. А ты не хочешь сумку понести? Да ну куда, я внесу батарейку, бутылку, смотри. У меня все карманы забиты. Я тебе говорил, маленькую возьми. Солнце мое. О, еще одна лестница. Рита, мы ее не проверяли. Да.
А это видно какая-то это самая. Смотри. Запасной выход. Так, а тут что у нас? Ух! Ого! Обратного пути. Увы, уже нет. Блин. Какие камни. Тут был ботанический сад, да? Ага. И посажена была первая чайная растение. А, и была типа купальня, да? Так, осторожно ступеньки. Ауденсехол. Ступеньки такие еще. Убиться можно. Проверь. О, какая баня. А это были бани. Будды. Асана сауна. Это баня была, да? Так, еще один спуск. Ходим до тех пор, пока айфон не сядет. Лена, ты еще написала 1000 ампер? Типа того. Типа того. Я как не угадал на 14. Есть кобра, скала, форма кобра. Кого, кого? Кобра, кобра. Люсь, посмотри, никого нет, помню. Скала типа кобра. Уйо! Свалишь ты! Я не буду, наверное, подарок. Мне больше варишь. Кобра худ кейв. А, кейв это скала, да? Черное дерево. И дерево. Окей. $3. $3. Не надо. $3. Кобра. Snake show. Cobra dance. Там у него это. Cobra dance. Кобра. Yes. Видео показываешь? Нет. Туристы заблудились.